В заповеднике Утриш к сохранению популяции исчезающих видов относятся очень щепетильно. Одних только растений, занесенных в Красную книгу, насчитывают около 100. Уникальные и пресмыкающиеся с рептилиями. Более 50% из них находятся в международном списке по охране живой природы. Утриш – это своеобразное убежище для исчезающих видов. В 2013 году сотрудники заповедника проводили исследования, наблюдая за популяцией одного из видов сов. Во время активной застройки птицы перебирались в охраняемую зону. После возвращались обратно, приспосабливаясь к новым условиям. Это получилось далеко не у всех. Серьезную проблему для животных представляют и так называемые изоляты. То есть человек, обозначая свое убежище, обозначая свою территорию, это приводит к тому, что места обитания, миграции животных нарушаются. И, естественно, это сказывается и на численности видов. Чтобы лишний раз не создавать животным преград, лучше отказаться от массивных ограждений вокруг загородных участков. Внимательно относиться и к растениям. Каждое насаждение является частью единой экосистемы. Восстановить окружающую среду можно лишь общими усилиями.